Значит, сегодня у нас относительно простенький вопрос. Я, честно говоря, даже удивлен, что он вызвал такой интерес. Ну, раз была просьба провести вебинар по этой тематике, ну, соответственно, я его проведу. Сегодня у нас тема связана с упрощенным порядком производства в системе 1С и в системе 1С ERP и, соответственно, в системе 1С комплексная автоматизация. Ну, собственно говоря, у нас в системе комплексная автоматизация есть только вот это вот упрощенный, есть только вот этот вот упрощенный вариант. Так, ну, чтобы никто не нервничал, давайте я включу трансляцию. Я сейчас полностью переключусь на трансляцию. Соответственно, ваши вопросы, которые вы будете писать в чате, я видеть не буду. Но если есть необходимость, вы их пишите. Я периодически буду возвращаться вот на этот экран, смотреть, что вы спросили, и по мере возможности отвечать. И в любом случае, в конце вебинара я постараюсь на все вопросы ответить. Ну, у нас, как обычно, там из вопросов вырастают там один-два новых вебинара. Вот, ну, может, и сейчас так получится. Так, ну, давайте я вернусь на трансляцию. Сразу же первый момент, который очень часто задают вопросы. Значит, все у нас будет происходить в ERP версии 2.5.7. 2.5.7. Дальше вебинар я уже буду проводить только на этой версии. Пока не выйдет что-то новое интересное, естественно. Так, ну что, значит, первые несколько слов, они в чем заключаются? У нас в 1С ERP основным вариантом работы является вариант использования планового производства. То есть предполагается, что вы создаете такой документ, как заказ на производство. Потом вот в этом рабочем месте управления очередью заказов вы формируете этапы производства. Эти этапы там проводите по статусам, потом это все закрываете. Вот, при необходимости делаете какие-то движения ТМЦ. Вот, соответственно, этот вариант, он дает вам что? Он дает вам, во-первых, связку с системой обеспечения, то есть заказ на производство – это как раз тот документ, который может быть закрыт потребностью, которая в способе обеспечения закрывается с помощью собственного производства. В комплексной автоматизации у вас такого варианта не будет. Вот, потому что там нету заказов на производство. И второй момент, связанный с вот таким вот плановым вариантом работы, он предполагает, второй плюс, связанный с таким вариантом работы, это то, что вы можете планировать производство, то есть рассчитывать, когда у вас что-то будет сделано. Там ориентировочные сроки готовности можете оценивать, да, в зависимости там от доступности материалов, продолжительности этапов, доступности оборудования. Вот это все то, что есть в ERP, и то, что требует вот такой вот сложной схемы работы. Но далеко не всегда такой вот сложный вариант работы необходим. И на самом деле вот этот момент, это один из тех моментов, который
служит причиной достаточно серьезных ошибок при выборе конфигурации для внедрения. Если вы понимаете, что вам не нужен вот такой вот сложный производственный процесс, если вы не предполагаете его использовать, или если просто у вас уровень организации производства ну как бы не дотягивает вот до такого варианта, имеет смысл задуматься о том, чтобы использовать упрощенный вариант оформления производства и уйти с 1С ERP на 1С комплексную автоматизацию. Ну, собственно говоря, это основная причина, по которой имеет смысл задуматься над тем, чтобы использовать не 1С ERP, а 1С комплексную автоматизацию. Вторая такая крупная причина – это то, что МСФО нету в 1СК, а все остальное, в общем-то, в 1СК такой же, как в 1С ERP. Ну, там по мелочи есть еще там несколько вещей, там и в бюджетировании есть определенные особенности, но вот основные два момента – это вот такое сложное позаказное производство и МСФО. Если этого нету, то лучше использовать 1СК. Так, давайте взглянуть, чего там. Так, ну, вопросов пока нет. Тем не менее, хотя 1С ERP ориентируется на вот такое вот позаказное сложное производство, упрощенное производство в 1С ERP тоже есть, такое же, как в 1С комплексной автоматизации. И сейчас мы с вами поговорим о нем. Значит, единственное, что я хочу вам показать, что я, естественно, ввел организацию уже, от имени которой мы будем работать. Я ввел два цеха. Ну, давайте с вами посмотрим. У нас есть цех 99, и он, значит, занимается производством по заказам на производство и без заказов на производство, то есть и так, и так. Вот. Ну, вот этот вот вариант без заказов на производство у нас и будет интересовать. Значит, учет работ сотрудников у нас предполагает возможность использования бригадов и работников, и для производства без заказов вот эта вот закладка, она тоже заполняется. Значит, теперь что мы будем с вами производить? Производить мы с вами будем полку деревянную, и для производства мы будем использовать древесину и мебельный лак. Ну и давайте мы с вами сейчас сделаем ресурсную спецификацию, и ресурсная спецификация, она в вот этом вот упрощенном варианте работы, она тоже используется. Вы можете ее применять, хотя она немножечко другие функции выполняет, но тем не менее использовать ее можно. Значит, те, кто еще не видел 2.5.7, вы не удивляйтесь. Здесь немножечко по-другому выглядит ресурсная спецификация. Подробнее о том, что изменилось, я буду рассказывать послезавтра, в пятницу. Соответственно, приходите. Давайте я добавлю этапы. Так, у нас будет этап 1 сборка. Цех 99. И добавлю еще этап лакировка. Цех 91. Да, ну, все правильно. Использовать мы будем древесину. Использовать мы будем лак древесный. По-моему, немножко не то.
мебельный лак. Давайте уж использовать свою номенклатуру. Так, количество, ну, давайте 0,1 и там 0,2. Поставим 0,2 литра. Причем сделаем вот такую вот вещь. Это специально для того, чтобы вам продемонстрировать эффект. Использоваться эти два материала будут на разных этапах. В обоих случаях это будут материалы основные. И давайте мы добавим еще трудозатраты. Так, ну... Давайте я быстренько создам. Значит, предположим, у нас будут столярные работы. Работы, чтобы быстро искать, поставлю вот так вот. Единицы измерения. Час. Расценки пока не буду ставить. И... Использую вот этот вот вариант, малярная работа, третий разряд. Значит, вот это вот у нас будет, и вот это вот у нас будет. Малярные работы. Ну, здесь будет 2 часа, здесь будет 0,5. Статья калькуляции. Зарплата. И, соответственно, на разных этапах. Вот так вот сделаем. Ну, вот как бы все. Установить статус действует. Значит, каким образом у нас оформляется производство? Значит, сразу хочу сказать, вы... И в случае позаказного производства вы тоже можете использовать вот этот вот вариант работы. Вот такой вот упрощенный вариант, он может использоваться, например, при оформлении какого-то, каких-то нестандартных операций, там, изготовление оснастки, какой-то ремонт, исправление брака. Вот все то, что не надо так вот жестко планировать, отводить четкое время, а то, что просто отражается по факту, оно... Для него можно использовать вот такой вот вариант работы. Итак, каким документом мы оформляем выпуск продукции без заказа? Значит, для этого мы используем документ. Я его оформлю в журнале «Документы производства все». Этот документ называется «Производство без заказа». Так, вопросы появились, не появились? Нет, все нормально. Значит, в принципе, документ достаточно простенький. Мы здесь указываем продукцию. Указываем количество. Ну, скажем, давайте там 10 штук мы произведем. И направление выпуска на склад, ну, обычно это кладовая, но не факт. Как вы видите, выбрать мы можем любой склад, в том числе и не кладовую. В принципе, я сейчас указал все, что нужно для того, чтобы выпустить данную продукцию. И если я сейчас оформлю вот этот вот выпуск... Проведу производство без заказа, то в этом случае у нас, давайте я вам покажу. Если мы построим отчет по складу, выберу соответствующую кладовую.
Вы увидите, что вот у меня появилась на складе полка деревянная. 10 штук. Вот она. Появилась именно вот по этому документу производства без заказа. Документ 002. Значит, естественно, сейчас, когда я провел этот документ, зря закрыл, ну ладно. Когда я провел этот документ, у меня количественная продукция появилась, но пока непонятно, по какой себестоимости будет эта продукция. И, конечно, если я сейчас захочу работать вот с этими деревянными полками, я совершенно спокойно могу их переместить на другой склад, я могу их продать. Но, и это очень важное но, значит, если я оформлю документ вот таким образом, месяц у меня не закроется. Себестоимость по данному товару, по данной продукции будет нулевая. И для того, чтобы у меня нормально месяц закрылся, мне еще надо будет что-то сделать для того, чтобы эта себестоимость появилась. Значит, можно ли в ERP сначала начать работать по упрощенной схеме, а потом со временем перейти на полный производственный учет? Да, конечно, можно. Более того, при внедрениях очень часто так и поступают. То есть сначала запускают вот этот упрощенный вариант, когда люди привыкают, там разбираются в программе, начинают нормально работать, уже запускают такой вот полномасштабный, полнообъемную работу. Обратите, пожалуйста, внимание, что вот когда я показывал настройки подразделения, там была возможность включить оба варианта, то есть и по заказам, и без заказа. Без заказа. По группировкам затрат сейчас вот как раз будем говорить. Расход материалов сейчас покажу. Что нужно сделать? Ну, у нас еще вебинар не закончился. Давайте двигаемся дальше. Итак, вот по поводу группировок затрат. Значит, группировка затрат, она как раз и определяет возможность отражения затрат непосредственно в документе. Чтобы это все было покрасивее, давайте мы на секунду вернемся в ресурсную спецификацию. У меня здесь уже, видите, есть такая, начинал я ее делать. Значит, спецификация на стол кухонный. Ну, давайте на него будет 0,5 кубов. Он, предположим, будет нетрашенный. Столярные работы, 5 часов зарплата. Вот у меня теперь второй тоже есть. Установим статус, так, что там, этап нужен хотя бы один, добавить этап, сборка. Так. Значит, для того, чтобы разобраться с группировкой затрат, давайте я добавлю сюда сейчас еще одну номенклатуру. Ну, предположим, у нас еще будет 5 столов. Вот так вот. Значит, смотрите, как только у меня появился второй пункт. Программа на что начинает ругаться? На то, что не указана доля стоимости. Ну, давайте я сделаю вот так вот, 60 на 40. Вот. Значит, для чего здесь нужна доля стоимости? Когда потом на производство без заказа будут распределяться какие-то постатейные расходы, мы, соответственно, эти постатейные расходы должны будем поделить между вот этими двумя товарами вот в таком вот соотношении. Постатейные расходы.
Они распределяются на документы. Этим документом можно быть как этап, так и производство без заказа. И вот эти два документа, они, в общем-то, совершенно равнозначны с точки зрения распределения расходов. Если вы где-то там увидите, распределить по этапам, ну, это значит, что на производство без заказа это распределение тоже будет идти. Но мы можем указать еще какие-то расходы прямо вот здесь. Для этого нам нужно поменять группировку затрат. И вот затраты не указываются, это означает, что мы указываем только продукцию. То есть делаем так, как вот сделали здесь. И любой другой вариант, который здесь есть, он дает возможность указать материалы. Ну, смотрите, давайте пробежимся. Вот я добавил по продукции, и смотрите, у нас добавилась закладка материала и работы и трудозатраты. Ну, и, в общем-то, любой другой вариант, он к тому же самому приведет. Но это не все. Значит, обратите, пожалуйста, внимание, если мы добавляем сюда материалы и работы что-то, ну, например, я добавлю древесину, да, то перед нами встанет вопрос, ну, вот я, например, здесь могу указать два куба, как и указать, с какого склада это все будет взято, ну, предположим, это тоже кладовая цеха 99, вот, я могу указать с, давайте я поставлю другое, все-таки вот это поставлю, значит, я могу указать, сколько здесь расходуются древесины на изготовление этой продукции. Но встает вопрос, как именно эта древесина будет на продукцию распределена. И если у нас стоит затрата не указывается, ну, вы видели, тогда просто вопрос такого не встает, как она будет распределяться. Если написано по документу, она распределится в соответствии с теми процентами, которые здесь указаны. Да? Так, сейчас. 60-40. Вот. Она будет распределена в соответствии с этими процентами. А вот все остальные варианты, они сложнее. Вот я поставил по продукции. И если я снова обращусь на материалы работы, видите, у меня появилась еще одна колонка. Колонка группы затрат. Для чего она нужна? Для того, чтобы я мог указать, вот эта вот древесина, два куба, она на что пойдет? В данном случае мы выбираем между двумя номенклатурами, используемыми в производстве. Если мы поставим, скажем, вот так вот, то нам придется выбирать между спецификациями. Да? Обратите внимание, ну, тут те же самые записи, но здесь уже спецификация. То есть мы явным образом здесь указываем, что на что надо распределить. Значит, обратите внимание, спецификации у нас проставились. Ну, у нас только одна спецификация на каждую номенклатуру. Откуда берется спецификация, как выбирается основная? Это у нас было на прошлом вебинаре. Вот. И наличие вот этой вот спецификации, она позволяет что сделать? Мы можем использовать кнопку «Заполнить», выбрать «Дополнить по спецификации», и у нас заполняется все в соответствии со спецификацией, и сразу встает группировка. Естественно, пересчитывается на количество производимое. И обратите внимание,
Значит, вот это вот вопрос, он возникал при переходе на КА, он иногда возникает в самой ERP. Когда вы используете производство без заказа и указываете спецификацию, этапы в спецификации игнорируются. То есть сюда и сюда, кстати, тоже. Здесь та же самая логика работает. Вот. Сюда и сюда заносится просто все, что в спецификации есть. Про этапы можно сразу забыть. Здесь в производстве без заказа их не будет. Так, давайте посмотрим, что еще. Чем определяется доля стоимости? Чем определяется доля стоимости? Вы долю стоимости определяете сами, она произвольная. Вот, то есть, что вы там напишете, так это и будет. Это дополнительные материалы или надо продублировать материалы из ресурсной спецификации? Ну, я вам показал, что мы можем просто подгрузить туда материалы из ресурсной спецификации. По выпуску сейчас покажу. Принципиальное отличие, ну, принципиальное отличие я сказал в самом начале. А вот этот вот документ, он не включается в систему обеспечения, он с ней не связан, в отличие от заказа. И этот документ, кстати, вот, да, я надеюсь, вы помните, что документы, которые участвуют в системе обеспечения, если вы были на предыдущих моих лекциях, они обладают двумя свойствами. Документ, который создает, который закрывает потребность, он может быть создан с помощью обработки по потребности. Значит, здесь у нас этого нет. И второй документ, который создает потребность, да, у него... Здесь вот на закладке материала обязательно должна быть какая колонка? Вспоминайте. Колонка действия, с помощью которого осуществляется там резервирование жесткое или мягкое, да, разрешение там списать и так далее. Здесь его тоже нету. То есть, вот поймите, логика вот этого документа, производство без заказа, она состоит в том, что с производства вам принесли отчет, а сегодня мы выпустили столько-то, израсходовали столько-то, и вы этот отчет вбиваете в базу, чтобы у вас появился товар. И как вы понимаете, с производства, да, при не очень высоком уровне его организации, вообще может прийти сообщение, а мы выпустили вот это вот. А сколько там списали, сколько там израсходовали на выпуск вот этого вот безобразия? Да бог весть. Не знаем. Или вы просто не верите тому, что мастера там вам напишут, и вы хотите это отдельно проконтролировать. Вот. То есть вот производство без заказа – это документ, который оформляется по факту. По факту выпуска и по факту расхода. Вот это вот принципиальное отличие. Ну да, склады должны заполняться схема обеспечения, совершенно верно. Значит, еще раз подчеркиваю, вот это вот гуляло из версии в версию, любой склад может быть выбран. Теперь давайте мы с вами попробуем вот это провести. И обратите внимание, да, не задан исполнитель, исполнителю надо задать, это я согласен. Я создам бригада 99. Организация Орион, подразделение. Так, лучше выберу вот это. Так. Проведем еще раз. Не указан склад. Склад давайте поставим.
Так, еще раз. Не удалось провести. Почему? Значит, вот не написано, не видно полностью диагностическое сообщение. Вот, давайте я попробую вам ее показать. Не хватает мебельного лака. Не хватает мебельного лака. Это действительно так, и уже по этому диагностическому сообщению вы должны понимать, что после того, как проведено производство без заказа, у нас товар, ну, материал со склада будет списан. То есть, по сути дела, это вот у нас документ товародвижения, документ, не плановый документ. Да? Если вы вспомните, как это в этапе производства, там по-разному. Там, если у нас указана кладовая, там, да, там спишутся материалы. Если указан обычный склад, надо будет документ дополнительно делать. Здесь у нас в любом случае материалы списываются при создании производства без заказа. Вот такое вот отличие. Вот такое вот отличие. Так, значит, давайте я сейчас быстренько вот этот вот мебельный лак докуплю. Ну, я просто его донесу в последний документ закупки. По-моему, это как раз оно. Вот. Ну, вот я тут древесину закупал. Давайте я еще мебельный лак закуплю. Там 100 литров. Сделали, провожу производство без заказа. Вот сейчас должно быть все нормально. Вот, производство провелось. Давайте посмотрим, что делается на складах. Так, а у нас открыто. Значит, здесь я немножечко изменю фильтр. Так, кладовая цеха. Вот так вот сделаю в списке. Чтобы два склада у нас отражалось. Вот так вот. Так, ну вот смотрите, нас интересует производство без заказа 2. Обратите внимание, у меня появилась готовая продукция на кладовой. Да? Вот. Вот полка деревянная, вот стол кухонный. И у меня списались материалы. Вот списалась древесина, и вот списался лак. И поступило, и израсходовалось. И то, и то. Материал, так, значит, требуются ли дополнительные настройки? Нет, это есть всегда. Материал списывается по норме или по факту. Заполняется закладка по норме, списывается по факту расхода. По сути дела, производство без заказа – это голый факт. То есть вы туда заносите то, что произошло на самом деле. Так, значит, вернемся. Предупреждая вопрос, значит, у нас здесь есть кнопка «Создать на основании», и здесь мы можем сделать, во-первых, привычный уже документ, да? То есть мы можем отразить выполненные работы. Ну, этот документ, он абсолютно такой же, с которым вы сталкиваетесь при
Давайте вот тут покажу. Абсолютно такой же, как, каким вы сталкиваетесь при работе с плановым производством. То есть вот сюда, вот в это рабочее место, выработка сотрудников, сюда подтянутся и данные по этапам, по выработке в этапах, и данные по выработке в производствах без заказа. В этом плане документы совершенно равноправные. И второй момент. Иногда задает вопрос, зачем здесь документ передачи выпущенной продукции. Значит, хотя продукция у нас уже передана, как вы успели заметить. Да, то есть в производство из производства это все уже произошло. А вот зачем здесь передача выпущенной продукции? Давайте сделаем этот документ, и вы сразу все поймете. Передача из кладовой. То есть с помощью этого документа вы передаете выпущенную продукцию из кладовой на склад. Ну, вот примерно так работает эта схема. Значит, как вы уже заметили, схема предполагает достаточно такой упрощенный подход к работе, ориентирующийся на отражение расхода по факту. Но я не просто так сказал, что в некоторых случаях вы можете просто не верить тому, что вам написали ваши там, кладовщики, там, ваши мастера на производстве, сколько там они израсходовали. И на самом деле... Ну, кто из вас, мы вроде укладываемся, я себе позволю небольшое такое лирическое отступление. Вот, те из вас, кто реально сталкивался так, давайте я посмотрю. Так, по факту, если нет спецификации, спецификация не обязательна. Может ли материал списываться раньше? Ну, в общем-то, нет. Значит, этот документ, он требует товародвижения. Материал может быть списан не раньше, он может быть списан отдельно. Вот об этом мы сейчас поговорим. Вот, вы можете материалы просто не указывать. Значит, смотрите. Те из вас, кто сталкивался с проблематикой внутрипроизводственного учета, вы должны знать, что на самом деле учет в производстве – это вещь довольно такая условная. И, значит, бич... Ну, вот, когда я читал лекции, связанные с производством, у меня был тест даже такой. Когда я говорил, что одной из основных проблем, которая есть у нас в производстве, это в учете производства, это производство не по конструкторской документации. И вот по реакции аудитории всегда было видно, кто, значит, в теме, кто нет. Потому что кто, так сказать, знал этот вопрос чисто теоретически, у них всегда возникало удивление. А как-то? Те, кто знает вопрос практически, у них этого удивления не возникало. Да, на производстве у нас все происходит не так, как написано в конструкторской документации. Как это не покажется парадоксальным? Просто чтобы... Ну, было вам понятно, что я имею в виду, я сталкивался вот с проблемой учета на одном производстве, там, ну, это была электроника, неважно какая, вот, но один цех там на производстве, он занимался выпуском жгутов. Ну, кто не знает, да, это проводочки, да, там разъем с одной стороны, разъем с другой стороны, и разноцветные проводочки, они один разъем с другим соединяют, их там перевивают в такую косичку, вот, ну, и дальше там две разные платы можно этим жгутом соединить. Вот, понятно, что по конструкторской документации он имеет определенную длину. Соответственно, надо было там нарезать провода и дальше с ними что-то сделать. Но чисто подсознательно люди,
Ну, а вдруг не хватит? И они там на сантиметрик, на полсантиметрика провода отрезали короче. Жгут он там планировался не в натяг, поэтому это, в общем-то, никого особо не заботило, все получалось. Но в итоге они вот этих вот полсантиметриков, километры наэкономили, которые вот реально образовались на остатках в цеху. Вот. Поэтому проблема того, что материальный учет на производстве с учетом в программе расходится, это на самом деле не такая уж редкая вещь. Вот. Значит, это надо иметь в виду. Вот. Опять-таки, существуют определенные расходы материалов, которые не включают в ресурсную спецификацию. Ну, скажем, вы обрабатываете что-то на станке, значит, эксплуатация станка предполагает постепенный расход какого-то там смазочного масла, например. Вот. По идее, это, конечно, можно вставить тоже в ресурсную спецификацию, но очень часто этого тоже не делают. Потом, ну, вот я не знаю, существуют такие вот какие-то расходные материалы, типа там, не знаю, сверл, там, дисков для болгарки. То есть то, что, ну, вроде бы так включать 1% стоимости диска для болгарки в готовые изделия, ну, как-то странновато. Вот. Но оно же, так сказать, убывает, это как-то надо учитывать. Для этого существует другой механизм в программе, который, кстати, может использоваться в дополнение к тому, что вы списали в производстве без заказа, в дополнение к тому, что вы списали в этапе, это тоже возможно. А можно вообще использовать этот механизм как основной. Как он работает? Простой пример из легкой промышленности. Ну да, нитки, да, тоже, наверное, нельзя точно сказать, хотя там, насколько я знаю, какая-то усредненная величина есть, но все равно она потом может корректироваться по итогам. Там веселее еще с раскроем, там при умении там много вообще экономить. Ну, ладно, это уже мы уйдем в специфику. Значит, давайте вернемся к тому, что я вам сейчас рассказывал. То есть существует еще один механизм, с помощью которого мы можем с помощью которого мы можем зафиксировать номенклатурные расходы. Что это такое? Так, давайте. Значит, я сейчас перейду. Так, значит, смотрите, у нас существует вот такое вот рабочее место, которое называется распределение материалов и работ. Значит, ну давайте я сейчас что-нибудь выберу. Ну вот смотрите, у нас показывается по подразделению. Значит, если речь идет о работе, то тут, конечно, подразделение самое главное. По складу у нас показываются остатки. Ну, вот здесь у нас остатки, они не вполне, так сказать, интересные. Ну, мы давайте поступим там по-другому. Я сейчас быстренько переброшу что-нибудь на склад, на кладовую. Вот это вот я сейчас сделаю. Ну вот, это 10 литров, я думаю, хватит. Сейчас я перенесу. Ну вот, смотрите, у меня есть в цехе 99 мебельный лак. Предполагается, что это по итогам месяца мы с вами смотрим, именно этот период здесь указывается, да?
Значит, и вот мы с вами в конце месяца можем провести какую-то инвентаризацию в цеху и посмотреть, сколько там лака на самом деле. Вот здесь у нас 10 литров, мы знаем, что 10 литров в цех передан, в кладовой передано. Значит, 10 литров у нас пока не израсходованы, да, не списано никакими документами. Вот, но проведя в конце месяца инвентаризацию, мы понимаем, что на самом деле у нас осталось только 9 литров. То есть литр куда-то ушел, и ни в одном документе вот этот вот расход не зафиксирован. Может быть, потому что просто не отразили. А может, потому что этот документ с группировкой затрат, затраты не указываются. Там этого расхода нету в принципе. Мы весь месяц фиксировали только, собственно, выпуск, а вот в конце месяца смотрим, сколько материалов у нас куда-то ушло за этот самый месяц. И вот когда мы зафиксировали вот этот вот расход 1 литра, мы с этим 1 литром должны что-то сделать. Нажимаем кнопку «Распределить», и вот здесь у нас есть 3 варианта распределения. Распределение по правилу, по партиям производства и на расходы. Причем, в принципе, мы можем использовать все вот эти вот 3 механизма. Значит, по правилу, по партиям, на расходы. Значит, по поводу распределения расходов у нас вебинар этот запланирован. Соответственно, приходите, там будет поподробнее. Тем более, что настройка статей расходов, она изменилась в новой версии. Значит, мы с вами разделим на партию. Так, добавим. Так, C99. Обновим список. Ну вот, пожалуйста, у нас есть вот это вот производство без заказа. Выбираем. Указываем статью калькуляция. И указываем количество. Все. И вот эта вот стоимость вот этого литра будет списан, и себестоимость этого литра будет распределено на выпуск, который мы тут отразили. Так, в каких случаях возникает необходимость ведения учета полуфабрикатов? Как правило, необходимость учета полуфабрикатов возникает в том случае, если вы либо эти полуфабрикаты явным образом держите на складе, то есть вы его храните. Вот. Либо если вы его передаете из одного цеха в другой. То есть надо явным образом зафиксировать смену материально ответственного. Вот тогда действительно нужно полуфабрикаты делать. Но у нас целая серия вебинаров была по полуфабрикатам. Посмотрите, пожалуйста, на сайте, там это все есть. Аналоги номенклатуры, аналоги. Ну, а смысл? Аналоги-то они нужны для чего? Для того, чтобы в плане стояло одно, а факт мы могли подстроить под ситуацию. Здесь вы сразу факт указываете. Не совсем понял. Количество материалов при распределении... А, вот нет. Тут только фактически. Если есть комбинация планового-непланового производства, да никак не влияет. Вы же видите, здесь виды рабочих центров отсутствуют. Так что, ну, собственно, понимаете, вы поймите, график производства как таковой – это вообще условность. Он как бы существует сам для себя. Он вас не ограничивает вообще никак. Вы можете запланировать производство на месяц вперед, а потом оформить все этапы одним днем.
Программа это никак не блокирует. Можно ли обойтись без кладовой? Да, конечно, можно. Значит, особенность кладовой, она состоит в чем? Во-первых, это совершенно однозначно незавершенное производство. То есть то, что у вас кладовой, это в незавершенном производстве. И если вы используете кладовую, то в этапах, не в производстве без заказа, а именно в этапах, происходит упрощенная передача материалов в списание материалов в производство. То есть сам этап будет списывать материалы из кладовой, но из кладовой, не с основного склада. Если вы хотите каждый раз отдельно оформлять вот эту вот передачу, то вам кладовая не нужна, она не обязательна. Вот у меня как раз внедрение текущее, там как раз очень долго мы обсуждали, и хотя у них многие склады они называют кладовыми, мы после долгих перебранок пришли все-таки к выводу, что это будут обычные склады, хотя называться они будут кладовыми, это не обязательно. Распределение ЗП на продукцию, да, то же самое. А образуется ли незавершенное производство при упрощенной схеме? Да, в общем-то, нет. Тут так оно такое эфемерное, то есть там, естественно, будут проводки через бухгалтерский и через этот счет, но и все. Вот, не более того. Вы одним документом и материалы списываете, и готовую продукцию создаете. То есть все просто запрессуется в один документ, все проводки туда и все. Так, ну вроде бы все. Вы имеете в виду, ну, точно так же, то есть идет распределение на продукцию точно таким же способом, я не совсем понимаю вопрос. Себестоимость, она образуется абсолютно тем же самым путем. Вот. Как в случае планового, так и в случае производства без заказа. Никаких отличий нет. Пожелания на будущее будут? Так, еще какие-то вопросы у нас остались? Ну все, тогда на этом. Так, как получить незавершенное производство? Пум-пум-пум-пум-пум. При производстве без заказа боюсь, что нет. К заказу покупателя. Ну, через назначение можно, Игорь. Через назначение можно. К отсутствию НЗП, ну, в бухгалтерии она будет, то есть она никуда не денется. Просто у вас будут одним документом проходить и списание в НЗП, и обратный процесс. НЗП будет. Вы соответствующее движение в оборотно-сальдовый получите и в этом случае, без всякого сомнения. Вот. Значит, если вы хотите там более там, длительное пребывание материалов в НЗП, используйте кладовую. Кладовая – это НЗП. Значит, то, что лежит на кладовой, находится в незавершенном производстве, но сохраняет аналитики складского учета. Все. Ну, все тогда. Приходите еще.
Да, Игорь, кладовая это НЗП. Кладовая это НЗП, безусловно. Кстати говоря, вот я хочу вам сказать, если вы будете сдавать производство по ERP, имейте в виду, значит, там бывает задание произвести разборку дефектного товара. Сборка-разборка, ну не знаю, как в 2.5.7 в предыдущих версиях, сборка-разборка, как складская операция, она не работает в кладовой. Поскольку это производство, там все надо делать вот, ну, с помощью того же производства без заказа. Так, ну что, завершаемся. Разборка, ну вот, с помощью складская операция, да, конечно. Сборка-разборка, это складская операция. Если вы имеете в виду, и она, кстати, в 1С находится именно в разделе склад и доставка, а если вы хотите что-то собрать, разобрать в кладовой, вам надо использовать производство без заказа. Совершенно верно. И, кстати говоря, вот, значит, смотрите, по поводу сборки-разборки. На самом деле, сборка-разборка – это вот такое псевдопроизводство. Сборка-разборка есть в управлении торговлей. И вот, используя операцию сборки-разборки, можно оформить производство даже в управлении торговлей. Это, конечно, извращение, но тем не менее технически это будет работать. У вас действительно там стоимость материалов спишется на себестоимость готовой продукции. Вот. Но с помощью сборки-разборки вести, конечно, производственный учет, ну, это бред. Хотя я знаю один крупный холдинг, там, по сути дела, такой полугосударственный, который вот именно таким путем и пошел. Вот. Сначала у них была ориентация на УТ, значит, другие варианты им показались избыточными. Потом они начали ломать голову, как какое-то там побочное производство им отражать в УТ. Вот. Да. Да, комплектация, разукомплектация, да. Но операция называется сборка-разборка. Блюдо в столовой. Ну, можно, но вот, например, у меня проект последний был, там было вспомогательное производство в столовой, все-таки через производство без заказа делали. Трудозатраты, вот это вот недостаток. Вот это вы трудозатраты, конечно, можете отразить, но это вот уже будет, ну, совсем такой извращенный вариант реализации. Там можно сделать, конечно. В производстве без заказа нет. Задействованное оборудование вы уже не отразите. Так, ну все, вроде вопросы закончились. Тогда прощаемся с вами. Спасибо за внимание. До встречи послезавтра.